Продолжаем ремонт контроллера заряда солнечных батарей. Вот. И сразу, учитывая уже опыт эксплуатации этих контроллеров, я решил усилить вот здесь теплоотвод. Вот если будет видно, вот, вот эти вот пластинки, вот теплоотвод. Вот. Я взял, поставил их две. Умощнил немножко, увеличил. И якобы так вот сделал между ними небольшой такой воздушный просветик. Вот. Атакочки разъединил их. Вот. Чтобы лучше. Вот атакочки, чтобы лучше они охлаждались. Вот, между ними будет проходить воздушек. Вот, и вроде бы как площадь увеличится. Ну, не намного, но тем не менее, скажем. Ну, вот так вот, если видно, там, будем говорить, вот, получился такой воздушный. Воздушная прослоечка между ними. Вот. И, естественно, вот так будет. Вот если видно, вот где-то такая будет вот немножко пространство воздушка. Небольшое. Ну, скажем, охлаждение должно быть получше. Дроссельки я запаял, хотел сказать, один не запаянный. Сейчас мы его быстренько пропаяем. Пришлось взять паяльник помощнее. Вот провод толстый, чтобы хорошо прогрелся. Вот, это мы запаяли. Идем дальше. Надо подстроечники запаять. Построечники, но только, наверное, сразу запаять надо будет все-таки кнопочку. Так, а где она у нас есть, эта кнопочка? А была. Новенькая кнопочка была. Но нету. А, есть. Есть. Вот она. Опа. Есть кнопочка. Это пакетик нам не нужен. Вот. Кнопочку сейчас запаяем. Thank you.
Запаяна. Хорошо. Так. Это индикаторы. Еще ж и плату преобразователя поставить, запаять надо. Так, ладно. Сейчас мы поставим электролитики. Так. Хоть и новые, но я бы проверил. Что тут стоит? Дом постоит. Я думаю, что стоит проверить электролиты, потому что это такое дело, что лучше есть возможность, почему бы не проверить. Так. Что у нас тут показывает? 51 микрофарада, СР 0,1 сома, нормально для такой. Вот так, очки. Так, 51, 47, 51, нормально. Так, что у нас здесь? 49,01 ома. 49. И тут 51. Нормально. 51. Ой, СР неплохой. Нормально. Все. Приборчик мне уже 10 раз выручал. Хороший. В пользовании. Удобный. Так. Двигаем дальше. Так. Что мы... Плюс-минус. Это минус, по идее, это плюс. Я пою, вроде бы правильно. Так, насколько я помню, минус. Плюс длинная, минус короткая. Так, очки. Минус. Плюс. Плюс длинная. Вот так, очки. Это запаяли, это запаяли. Это вольтметр. Ага, вольтметр. Показометр. Прибор. Он и мощность тут меряет. И ток. И сколько дает, потребляет аккумулятор энергии. Отдает. Ну, короче, китайцы... Умные люди. Молодцы. Так, габариты маленькие, но... Показания превосходят ожидаемые. Так, хорошо, все. Значит, все это мы... Так, это у нас... Нерабочая плата. И, собственно говоря, я ее забраковал. Проще было заказать новенькую и запаять. Это бутиль. Во, получилось. Теперь надо проверить. Дело это интересно, надо проверить. Проверим. Проверим. Так.
нашу работу, да? Не хочет откручиваться, надо что-то помощнее. Так, плюс-минус. Плюс-минус. На всякий пожарный. Проверяем. Все вроде бы в норме. Даже что-то функционирует. О, 86 вольт. Ага, это то напряжение, которое поступает у меня. Проверим. 0,54. 54. 56. Регулируется напряжение. 60. Регулируется напряжение, если видно, работает. 70, нормально. Нормально регулируется. 81, 86 вольт. О, работает. Все холодное, ничего не греется, потому что нагрузки нету. Ну все, будем собирать корпус.